Один из важных вариантов наработки для новичков – это умение видеть сквозь удар. Все боятся, начинают жмуриться, отворачиваться, соответственно, качество наработки уходов и защиты становится отвратительным. Простейшее упражнение на начальном этапе нужно, потом можно будет от него отказаться. Когда вдвоем стоите, один набрасывает удар. Не сильно, но быстро и обязательно касаться, то есть при этом нарабатывается еще и ноги. Задача оппонента – видеть сквозь удары и выполнять защиту. Не пытаться угадать, вот сейчас или потом. Нет, я вижу, защитился, вижу, защитился. Именно привыкание психологическое. Удары не мощные, не отбиваем голову, а именно быстро касаемся в районе бровей. Следующий момент. Поехали. То же самое мы можем выполнять в маске, в варианте ножевого боя. Итак, если мы одеваем маску, касание обязательно, то есть противник ходит и все время накидывает. Чисто психологический момент. Начиная с простого, с уколов. Это позднее можно будет уже накидывать рубящие, колющие, все что угодно. Пока что вот, чтобы человек моргал. Соответственно, смотрим, видим, выполняем защиту, а не угадываем. Ну, следующий, уже ближе к свободному варианту, это когда мы создаем провокацию. Противник сразу же после касания производит контратаку, мы должны выполнить защиту и свою контратаку. То есть три такта. Но человек после того, как выполнил свою контратаку, он не стоит замирая. Он выполняет действие, пока ушел правильно или не ушел правильно. Контратака верна или нет? Все должно быть живо. Больше жизни!